Всем здравствуйте, друзья! Помните, зимой я вам рассказывал, насколько фэтбайк крутая вещь, что именно фэтбайк для меня открыл зиму. Зимой незаменимая вещь фэтбайк. По снегу, по льду можно кататься и наслаждаться. Но вот с недавних пор я понял, что фэтбайк — это отличная вещь для лета. Если вы живете рядом с лесом или с какими-то песчаными дюнами, то это просто превосходный вариант. Я как-то слышал такое выражение: я себе купил шоссейный велосипед и забыл МТБ. Я, походу, себе купил фэтбайк и, скорее всего, тоже забуду МТБ. Фэтбайк вообще отлично, просто вот для таких недалеких именно поездок, то есть рядом где-то выехать, там в районе 10-15 километров от дома, погонять по лесу. Ему вообще все по барабану, да? Вот такая игрушка у меня теперь. Всегда со мной в лесу. Все палки, ветки, песок, даже небольшие бревна — это все ему по барабану. Поэтому фэтбайк — это не только отличная вещь для зимы, но и для лета. Поэтому в этом ролике вам просто хочу рассказать, насколько это потрясающая вещь. Если вы катаетесь на велосипеде, у вас обязательно должен быть фэтбайк. Он с легкостью преодолевает бревна, лужи, грязь, песок, едет по всяким веткам мелким. Это одно наслаждение — по лесу так покататься на этом велосипеде. На таком велосипеде по лесу не покатайся. А этот велосипед, он просто мчит по лесу. Ты как птица такая, летишь, летишь, летишь в лесу. Это великолепное ощущение. Это просто наркотик, ребята. Лес всегда умеет благодарить. Едешь, едешь такой, а тут опа, малина лесная. Это не эта, которую мы сейчас дома выращиваем или продают на рынке. Имотантная, которая, так сказать, ставки сделаны на большой урожай. Ну, а вкус там оставляет желать лучшего. Это настоящая малинка. Та, которую мы ели в детстве. Поэтому закидываюсь малиной и дальше в путь. Зимой я на нем переезжал в Белгородское море, а теперь хочу полетать по такой грязи, посмотреть, что из этого получится. Можно ли ездить по такой грязи на фэтбайке? Вот это будет испытание. Круто! Это жестоко, я завяз. Тут ты еще прыгаешь, все тебе легко. Маленькая, легкая. Я тяжелый.
Мамочки. У мужчин действительно первые 40 лет детства тяжелые. Думаете, легко вот так вот тут проваливаться, кататься трудно, а надо. Вот так я провожу лето, вот так я провел капитальный тест фэтбайка. Это классная вещь, не только для зимы, но и для лета. Потому как на обыкновенном велосипеде здесь уже не поездишь. Это я уж точно говорю, хоть будет это МТБ, хоть да что угодно. На этой штуке можно неплохо поразвлекаться. Выехал так на прогулку с собакой. Прямо сделаю обзорчик про фэтбайк, но вот что получилось. Грязный весь в грязи. Ну зато счастливый. Все-таки фэтбайк — это круто, это здорово. Рекомендую всем приобретению фэтбайк. Ну что, друзья, ну на этом все. Буду с вами прощаться. Всем здоровья, удачи. Отдыхайте, веселитесь. Кстати, никогда не жалейте вещей. Вот выехали и покатались, а то многие пылинки сдувают там, что это. Сейчас отмою, смажу, все будет как новенький. До свидания.